Катюня, снимай этот кадр подольше, потому что ты шо, ну так утро у меня еще не начиналось. Обалдеть. Друзья, все... Обычно на отдыхе так оно начинается, знаешь? У тебя вроде не отдых. Нет, сегодня пока рабочий день, полноценная программа. Короче, друзья, всем привет, с вами есть Клип Ван. Привет, мои хорошие. Эх ты, друзьяки. Ты шо? Кто куда? А Липа Ван за пивом. А мы за пивом. Ты шо? Ты бачишь? Так и спал с ним, Сереж? Ну да. Даже из машины не выходил. Ты посмотри. Шедевр, короче, я там за него читал. Как правильно сказать? Рельсовая сталь, туда хром, ванадиум, дрожжи, короче, там, не знаю, все добавляют. Это шедевр. Я хочу Сереге на привозе показать. А? Там, кому надо, я уже оставлял контакты. Дядя Дима, пишите, звоните. Вот это счастье. Слушай, может, к Вике на привоз зайдем, так я останусь на полдня, помогу ей там с бараниной. Мы вообще что планируем выйти с привоза. Мало того, что мы с пива начинаем. Сережа, что это? Ну я же за пивом собрался, мы же едем на привоз не просто так, я же бабе Кате обещал по телефону, что я пивка завезу. Возьмем сколько влезет. Дрофа, ребята, ты шо? У них там скоро новый магазин открывается. Ладно, идем, долго разговаривать не будем, там уже Марат ждет, баба Катя ждет, все ждут, поехали. О, ребята такие, здрасте, шалом. Доброе утро. Ой, как у вас тут тихо, красиво и вкусно. Обалдеть, еще и пахнет таранькой. Еще и таранькой. Катюня? Так это же как это? Это Мекка, елки-палки, тут весь набор. Скажите, что я даже... Для меня самое сложное понять, какое пиво вкусное. Вот оно все вкусное. Я знаю, Андрей, какое вкусное. Вот то темное. Не, я и на молоке этот, она любит. Вот, да, Milk Stout, это просто бесподобное. А я люблю все. Андрей молодец, конечно. Дал в тот раз мне сколько там, штучек 5-6 бутылочек. И на крышечке написал последовательность принятия этого шикарного напитка. Эх ты шо, это для предзаказов? Катя, покажи быстренько телефон. Мне надо чем-то бабу Катю на привозе удивить. Бутылочку, может быть, две. Ну и мне домой там что-нибудь накидаете от себя. Вот чтобы в войску влезло, короче, я подался дальше. Бутылочку две просто по 0,5 по литру. Ну это баба Катя. По литру, конечно. Может, слышишь, банки нема трехлитровые. Вот я бы сейчас зашел, что огурец на привоз. И я с собой не взял. Давай в ведро. А, это дырявое. Ладно, наливай 2 по литру разного вкусного. 2 литра темного. 2 литра темного? Сразу в двушку? Конечно, да. Конечно, да. Ей темное в двушку, она причем пьет. А, есть такое дело. Это самое темное. Ребята, ваше, да? А сколько у вас, сколько вообще наименования пива? Наших сортов 15. 15 сортов, елки-палки. Так куда больше остановитесь? Я говорю, я из этих 15 не могу выбрать, какое самое вкусное. Просто бесподобное. Живое, настоящее. Ребята, всем рекомендую. Дрофа, это, эх ты. А не фильтрованное, ты пробовал? Ценители пива меня поймут. Я не помню сколько, но штук 12 я уже перепробовал. Сережа, все не пугай меня. Катя, посмотри в эти глаза. Хорошо, хоть не пьяные. Ну вот, так что ты, чем я тебя пугать собрался? Ну я тебе хочу сказать, ты знаешь что, Сереженька? Вот дури у тебя от этого пива нету. Кого? Дури. А что это? Ну вот когда ты пьешь на работе вот это вот пиво, там третий бокальчик, когда четвертый, уже ты мне не очень нравишься. Нет, то не дурь, то бухенький называется. Ну то уже такой дурненький, я бы сказала. Ну бухенький, дурненький, одно и то же. Куда ты пошел? Нет, это я хочу показать, смотри. Это Марата любимая. Да. Так у Маратика есть бутылочки, и там у него на дне осталось. Сама она там 1,75 литра, во-первых, и бутылка красивая, и напиток замечательный. У вас бокалы тоже можно приобрести? Бокалы, да. Ну, вот там вот. Катя, берите выше, у них своя это, шланг в земле, как называется. У тебя же руки трусятся? Скважина. Скважина, вот, скважина. У меня? Нет, я вот так вот сделал, это у бутылки руки трусятся. А у меня, слышишь, что-то мне это напоминает. А ну, что, дай, твой живот, наверное? Да, я сравню с этим холодцом. Пивной. Я войско у меня для этого дела специально. Припасена, тараньку брать не будем, потому что на привозе мама дорогая сколько. Скажите, а что вы, когда вы сделаете ребятам на поселке приятно, на Котовского, когда открытие магазина? 15, примерно, ну и мы говорим. Хорошо. В середине декабря. Даже. Даже до Нового года так будет праздник. Так это уже вот-вот. Ребята, поселок, приготовьтесь, вас ждет счастье. Не надо ехать сюда на велосипеде, может туда будет сходить ногами. Да, это вот-вот. Кота даже ездят люди сюда в магазины. Ну вот вы большие молодцы, что вы пошли навстречу. А ну давай, совывать заходит. Угу. Давай. А ты ее пикнул? Да. Все, рахуй там по полной программе. Елки-палки. Знал бы больше взял. Не в... А, нет, она же пока безразмерная. Да ты шо? Еще? Еще влезет, влезет. Бери, так, что тебе домой. Говори, это тебе, что тебе наливать. А теперь бабы Кате.
Сколько? Две по литру или больше? Мне домой? Нет. Сегодня будет Марат в гостях. А, нет, бабы Кати две по литру. Вкусного. Вкусного разного. Давайте я вот такого же одну темную. Я тут приму решение, пока Серега ладно. Тут сейчас сообразит. Кружку темного, да? Да. И... Бакайская. Пробовали? Бакайская. Ну, давайте попробую. Бакайская. Медный птах, вот это американ, что-то вот там, блин, хороший. Вот то винный птах у них самый... Кстати, да, очень хороший сорт. Может быть, вместо бакайского попробуйте его. Это кремовый эль, нефильтрованный. Мягкий, с минимальной горчинкой и такой чуть-чуть. О, братик, ты главный, ты и наливай. Не слушай ни меня, ни ее. Просто пикайте и давайте, пикайте это и давайте. Это тебе? Да там разберемся. Это тебе? Наверное, мне, а что? Разное? Дрофа фирменная, лагерь типовое. Пивденное легкое. Да, это, конечно же, все мне. Сегодня же Марат будет, я же вам не сказал. А Марат что, пиво пьет? Придется. Хотя он иногда бывает. Нет, он любит это дело. Он начинает с пива и... повышает это... потихоньку, как него, настоящий он, гурман. Ты что? У него для вас, так как вы просили, предновогодние праздники, бла-бла-бла, салат ну, есть простой. Вайсберг полтора. Короче, салат еще сегодня приготовим. Сейчас на привозе купим продукты, а там без продуктов раз-два и обчелся. Все. Да ты что, шикарный кадр. Ё-моё. Прямо что кровь по венам. Шикардос. И что, на коня какую ты мне порекомендуешь? Хоппи-лагер. Хоппи-лагер? Давай его. А ну, мне сам процесс всегда был интересен. А ты не лупнешь? Совы нажимай, пшикай. Шо-шо? Не лупнешь, говорю? От количества. Кать. А. Да оставь ты в покое. Еще сама будешь вечером стоять на коленках у меня. Да, прям еще на коленках я не стояла. Да не стоять, сидеть будешь у меня на коленках и просить. Тихо, не мешай, у меня тут жизнь происходит. Чпунь. Ай, шикардос. Я говорю, спасибо вам, скоро люди перестанут в Германию ездить на Октоберфест. А вы такого ничего там не открываете? Вот эти пивные фестивали, бла-бла-бла там? Нет, было попить, Одессе, потанцевать? Именно наших нет. В Одессе же был в сентябре, в начале сентября, в начале октября в Новгородсаду фестивале. Мы там были. Да ты что? Мы там были, была, да, был наш стенд, был разлив. Были бутылки, очередь была. Ребята, дай бог, чтобы были дальше, короче, и мы там появимся обязательно. Катенька, следи за инстаграмом Дрофы. На фестиваль поедем. В люди тебе повезло, а что ты все по огороду в панталонах бегаешь, надо же. Ты видишь, я даже не комментирую твои глупости. А что комментирую, то трусы твои висят. Катюня. Хорошо, что у нас дома второй нету. А воськи? Да. Ты обижаешь. У меня еще штуки 4 есть, но не с собой. Сейчас давай будем этот рекорд бить. Зайди, пока у тебя рука свободная, в интернет, в книге Гиннесса. Есть ли вообще такой рекорд? Сколько влезло в авоську бутылок Дрофы? Ой, умора, и одна поперек. Я ж сказал. О, нет, давай вот так вот. Одна, короче, стоячая, большая сюда пойдет. Ромашка. Ребята, я бы сказал еще, но хватит. Молодец. Все. Я домой пешком пойду. Вот это шикардос. Ё-моё. У вас есть все, кроме авосик. Введите авоськи, и будет вам счастье. Да, Катюня, приготовься. Братцы, огромное благодарю. Передавайте там всем вашим привет. Кто там пиво варит, золотые люди. Тем более вкусное, настоящее. Телефон? Себе оставь, мне уже не надо. Все, валим на привоз. Эх ты, Дрофа. Все, ребятки, еще раз крепкого здоровья, вы большие молодцы, слава богу, что вы есть. Дай бог, чтобы не заканчивались. Чао, какао на привоз. Слышишь? Да я, вот посмотри сюда. Что там, мусор вываливается? Нет, вот кто так еще на базар ходит, а? Там меня любой примет как родного. Что, я молчу? Согласна? Ты уже и так родной. Я его так люблю, блин, какой же он все-таки этот шедевр, топор. Всю жизнь о нем мечтал, обалдеть. Ну, дядь Дима подогнал. Все, авоська есть. Хорошая универсальная вещь. Валим с нами, прогуляемся по Одессе маме. Лично я вот хожу на базар там не просто там зачем-то. Вот для меня важно погулять, вам показать, передать настроение, поделиться контактами с замечательными людьми. Идем, даст Бог, кого-то еще встретим. А, Катюша! Что, Сережа? У меня же сестра приезжает, моя Липованская, с села. И что? Так я хочу подарок по секрету сделать. Че? Ну у них же огород бесконечный. Пиво? Нет, пиво...
Я сам, да. У них же огороды бесконечные. Сейчас весна, начнется посадка, я знаю место, зайдем. А некоторые вот зиму надо сажать? Так сейчас что-то купим и зимнее ей. Поехали. И что, такие опять здрасте, мы на привозе, елки-палки. Сейчас, о, и Марат как раз идет. Маратжан, давай быстрее, не пугай ее, она же снимает. Сейчас уронит фильм, а скоро пришло. Маратик, доброе утро. Здоровенькие были. У меня для тебя радость есть. Ты еще не видел, я тебе покажу, ты обалдеешь. Сейчас, елки-палки. Давай удивляй. Ничего себе. Смотри. Это... Так надо рыбки взять сейчас. Так мы сейчас до Бабы Кати сходим, пойдем, короче. До Бабы Кати. А, о, вот что я тебе хотел показать. Нихи. Не ругайся, потрогай, ты обалдеешь. Вот это колунчик. Это не колунчик. Брат, это специально для вас. Трава колоть. Топор. Блин, да, тяжело его в руках держать, не то, что дрова. Мы взвешивали 3,5 килограмма. Где ты его достал? Смотри, не урони. Подарили, уважаемые люди. Дядя Дима, еще раз, он кому надо. Ах, такие топоры. Блядь. Такой раз. Не то, что на всю жизнь, еще и детями, внуками, правнукам да, останется. Это точно. Как он рубит, он мне вчера тест-драйв показывал. Пошел в мясной корпус там на Южном. Марат, он вообще не отстреливает. Ну, это да, это кончик. Запылился. Для... Он сахарные кости, хлобысь, вот так вот четенько, только да, такой легкий хруст. Ё-моё. Я вообще оператору предложил, говорю, давай я к Вике пойду на полдня, с барашками ей помогу. Подзаработать. Что еще? Луцк. Оксана, о, мне всегда было интересно. Вот я говорю, Оксаночка Федоровна, а посылка приезжает Оксана Феодосьевна. Скажите, пожалуйста, как вашего папу звали? Так, чтобы ну, я так не ошибался. Это ты, наверное, напутал, как всегда. Даже я не сомневаюсь. Оксана Федоровна Феодосьевна, вы как просили, там конфеты с Луцка заехали, вкуснячие такие. Это Сереге. Понял? Смотри, не перепутай. Пиво Бабы Кате, конфеты Сереге. Ну, короче, а это, пока я прячу, идем быстренько зайдем в одно место. Потом зайдем, возьмем пиво и как подадимся, еще и к Тане на сало зайдем. Все-таки же праздник по-любому. Какой праздник у нас? Любой праздник. Когда к Тане, когда к Тане заходишь вот тут в библиотеку сала, это уже праздник. Идем, сходим в агромаркет по Шурику. У меня сестра просто приезжает. Так нам не сюда, пошли в этот, тут ближе. Не, не с Японии. А я думаю, что ей подарить. И потом понимаю, у них же огороды, короче. Там сажай не хочу. Будет меня долго помнить брата своего, скажет. Вот братуха подарил лук, цибуля, чеснок, зелень, мелень, все, что хочешь. Что ты сказала? А, пошли в этот, который вот тут вот, рядышком. Агромаркет? Да. Катя, мы в него идем. Сейчас мы только через оптовый нырнем и сразу в люди. Пошли, показывай дорогу. Слышишь, опт в самом расцвете. Марат, что нам на салат? Я уже людям сказал, салат. Нам надо купить продукты на тот салат. Да. Предновогодний, который ты сказал, там надо что? Сделаем два. Два салата? Ребята, все для вас на них не жалко. Чтоб Марат и сделал один. Значит, там будет пекинская капуста, там будет клюква брусниковна? Или что? Брусника. Брусника, что еще? А что еще? Это интрига. Все, ждите в следующем видео два салата специально для вас. Пошли. Да. Главное, ничего не забыть. Собственно, и все. И это два салата? Яблочко. А, один чистый из брусники. С печеночкой. А другой с печеночкой? Да. Надеюсь, с куриной? Да. Как в Одессе любят? Да. Шикардос. Картошка не надо, потому что смотри ее сколько. Обалдеть. И картошка сейчас прям... Картошка... Кто не картошку берет, то просто... То просто цимис. Вот тебе пекинка на опте есть. Ого! Ну купим в рознице. Вот это баррикады. Красиво. А потому что с любовью. Мандарины. Сколько хочешь. Посмотри на это богатство. Я последний раз столько мандарин, ты посмотри, сколько фурии, елки-палки. Последний раз столько мандарин видел в этом, в Турции. Помнишь, сады вот эти вот, семирамиды или как они там называются. Помела появилась, Марат. Салат есть с помелой? Наверняка. А вы что, не знаете? Ты видел, как твой салат фурору навел? Нет. В комментариях не читал? Нет, там все нормальные Марат, хозяйки, как это? Там все нормальные хозяйки хотят на Новый год его повторить. Яблочко, зелень, хурма. Ну, вот так вот, да, чтобы слоями бы получилось. Он такой красивый, я вчера шедевр. Доедала такой. Но он неожиданно вкусный. Неожиданно очень, вкусный. Очень. И он чем дольше стоит, тем больше пропитывается, это вообще. А эти зернышки, я вам скажу, от горчицы, от просто горчицы? Вообще бесподобно. Скажи, когда они хрустят вместе. Хрюм, хрюм. Сереж, хрюм. Далеко нам идти? Марат, кулинарный фантазер. Вот уже направо проход, тоннель.
О, смотри, картошечка тоже. Ого, залезай наверх, пусть и тебя подвезут куда-нибудь. Сегодня такие, сегодня шикарный базарный день, погнали. Слушайте, сегодня прямо копал. Богатство сажал, такое. Сажал, поливал, а это какая это красивая, белорусская. Из крупной такой картошки сделали. Как вот это? Еще крупнее. Еще крупнее? А я сегодня, знаете, это не сегодня. С селедочкой. Что хотите? Короче, все увидите. Смотри, вот ну мы возьмем давайте картошечку с селедочкой на обед. Но это не сегодня, Катя. У нас уже обед. Мы к вечеру еще будем кушать. Давай, спасибо. Ну что, мы только салаты будем кушать? А вот тот шашлык, что мы приготовили в казане, он остался. Обалденный. Марат, обалденный. Мама, ты... Светка вчера лопала и... сколько? Где-то в полдвенадцатого ночи. И мы вчера то же самое. Разогрели его. Я говорю, хоть подогрей. Она пошла подогрела, послушалась. Нет, ну в тот день, когда вечером, когда мы его готовили, я его кушал холодным. Вот тут мы познакомились. А вчера, Марат, ты помнишь? Да. Вот здесь. О, такие здрасте, салют. Что вы там порядок, чистоту и наводите? Такие здравствуйте. Что, как дела? Все хорошо, все будет прекрасно. Так и по-любому, елки-палки. У вас самая красивая улица. А, кстати, где ребенок? Где наш маленький ребенок? Да не, она... Она, все, я с рецептом забыл, да, короче, даже все. Ага. Приветствую. Не, мы же здесь возле вас и встретились. Вот тогда, когда это два года... Познакомились. Два года тому назад. Короче, ребята, не переживайте, ребенок на базе. Со Светой остался. Да? Да. Спит. Света. Та назад там такое, что еще передом люди завидуют. Ага, по ней видно. О, пришли. О, все, а ты говорила, я дорогу не знаю. Иди сюда. Ребята, долго рассказывать не буду и время ваше не потрачу. Мы зашли и вышли, кому надо, так я там в описании под видео все контакты оставлю. А хотя что, заходишь в интернет, агромаркет, выкатывается первая страничка официальная. Ты что, если... Мы же были сейчас в пивоварне, у меня так утро началось, что дай бог каждому. Да. Ты что, меня там чуть не заглючило. Ты уже за рулем? Губа трусила. Нет, еще пока, не, Марат. Я там не начал. Я там не начал. А тут заходишь, я говорю, там ассортимент, у них 15 сортов вида. Здравствуйте, и вам доброго. Здравствуйте. Здоровья. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ты слышишь, какой ой-ой-ой аромат? Я только хотел тебе сказать, здравствуйте, Бог помощь. Я хотел сказать, что этот, ты здесь сильно не зацикливайся, но я хочу, чтобы у нас вот таких вот парочку росло. Они такие красивые, видишь вот эти вот короткоигольчатые елочки? Шикардос. Что мне надо, идем быстро. А лимоны какие, апельсины, посмотри. На базаре шумигам ведутся разговорчики. Да ты что, ладно, погнали уже. С тобой. Цитрус під ялинку. Мандарини. А, так я понял, откуда там на привозе на опте мандарины. Они у вас рвут и там их перепродают. Шикардос. Это что, лайм? Ну, красавцы, да? Ё-моё, а вот смотри, какой толстый красавец. Маленький. А Лиля обещала, что она нам лимон даст. А ананас не даст? А кто нет такая Лиля? Лиля Свилкова. Лиля, Тёма. А, ё-моё, липование. А что же у нее только толстолоба шлют копченого? Ну вот сказали, что лимон уже приготовили. Шлите копченого лимона. Ананас что, вот так растет? Сереж, ну ты ну, не позорься. Ты меня сильно не этот. Не снущай. Все. Что ты говоришь, там, Марат, мы готовить собрались? Я уже ничего не помню. Ты давай это... Быстро. Бери, что надо. Да. Цигель-цигель. Ай, Люлю, погнали. О! Гарбаджига тебе нужна? Гарбаджига? Слышь, цена? Да подожди, такая цена, что надо просто... Ну, помидоры не надо, все. Сережа. Марине в деревне надо все. Кто зимой помидоры берет? Бери а лучок, чесночок, то, что зимой сажают. Ты... Ё-моё, семена, сладкий перец, редиска. А кто тут бармен сегодня? Вы заходите, сейчас будем, морковка, сейчас будем коктейли делать. Спрашивай то, что сажают зимой. Я сейчас хочу сестре своей подарок сделать. Вот загрузите ее семенами, чтобы ей было до лета что делать. Сначала она будет горбатиться сажать, потом она будет горбатиться все это дело собирать. Під зиму, так. Да, під зиму. Да, грунт у них такая земля липованская, что аж бегом. Вот то по 10 гривен, давайте сразу по 3 пачки. Конечно. Даже... Давайте, да, вот то, что сейчас можно уже в землю пихать. Вон редька есть, дайкон, марат, кабаки всевозможные. Будут, конечно, будут. И редьку будут есть, и... А вот это?
Что треба? Вот это тоже возьмем. И вот бурячок тоже давайте. И длинный, и крупный, и красный, и борщевой. А может черную редьку давать? Аж бегом, давайте, чтобы дети не болели. Вот это балдеж. Слава богу. Что, давайте. Тоже сейчас сажать? Катя, а у нас нам... такая зима, что в Африке завидуют. А нам не надо? Влажная, шикарная, теплая. Нам а не надо где-то? А тарелочкой накроешь? Что нам? Ну, щавель, шпинат. Там у нас есть? Ну ладно. Да я у Марины отсыплю. А лучше оно вырастет, я попрошу, говорю, передать мне там зелени. Кавунчики, дыни. О, Марат, вот такое мы еще с тобой не сажали. Смотри, Катюша, спаржа. А вот беленька спаржа. Иди сюда. Где спаржа? Ты бачишь? Вот она. Ты, деревня. Может, тебя до весны с Мариной отправить в деревню? А что ты делать будешь тогда без меня? Ты знаешь, какая грамотная? Ты же первый же завоешь. Слышишь? Анекдот на тему есть. Мужик приходит к доктору, говорит, доктор, короче, у меня с женой ничего не получается. Он говорит, да есть решение проблемы, я вам сейчас дам пачку таблеток, на месяц хватит. Ну, мужик ушел, через месяц приходит, доктор, вы себя не понимаете, я такой счастливый, такой довольный, замечательные, великолепные таблетки. А доктор говорит, а жене понравилось? Так я еще дома не был, короче. Ага. На таблетках как-нибудь пересижу. Что еще? Там сколько? О, файно. Что еще? Арбаджику возьми. Арбаджику беру разную. Так, беленьку беру, тем более со скидкой. Ты что, шикардос? Сколько? 50% только у вас такое. Так, что еще такое? Рекомендуйте. Вот эту возьму. Да. Ох, Мариночка. На зелень, да? Ну вот эту еще возьми, лучок? Смотри, какой интересный. Это на зелень, да, будет. Вот это на зелень будет, а, конечно. А, это на зелень? Как? Ты посмотри на эти цены, ешкин кот. Стыдно такая не взять. Долго-долго, как шалот. Длинная? Mm-hmm. Договорились. Вот то, что все со скидками, так я и брать-то буду. Так, что еще? Чебурашка почем вижу без скидки, пусть лежит. Хозяйка дома, декоративная. Ага. Так, можно я уже пойду елочки посмотрю? Ой, там такая краса. А кактусы какие гарни приезжали до нас. Кактусы? Да, суккуленты разные. А ну-ка. О, это лисейки надо купить. Суккуленты эти. Так, я пока на кассу здесь оставлю это все дело у вас. Все, вы мне зафасуете. Катюня, дай, пока меня не размотало, можно там кому... В интернет не хочет заходить, так пусть сразу звонит. Хотя я вам рекомендую, ребята, зайдите в интернет, нам настолько удобно, что вы просто забалдеете. Ах, вот это кактусы вот такие. Кать, ты посмотри, какие вообще. Ёлки, а это что за фалосы интересные? Ты бачишь? А цвет какой, Кать, наедь, пожалуйста. Ну, я тебя прошу, ну ты же нормальный человек. Что это, фиолерозы? Ого! Це каланхоя, але бачите, вона декоративна. Це ага. Не то, що ми в носі капаємо, а. А це ще і потім і в салат можна додати. Да. Шикардос. Шикардос. Так, ну давай уже погнали, тут можна ходити, бродити вічно. Катюня, розраховуйся. І пішли до баби Каті. А це що таке? А спроси, що це? Індійський тамаринд? Что это? Что-то типа а-ля акация? Тамаринд. Ось такий от незвичний, екзотичний рослина. Ох, файно. Їстинні плоди. А я ж помню тамаринд, что-то такое вкус. Спроси, пожалуйста, или давай я спрошу, за средства от тараканов с котами, которыми можно пользоваться? Фу ты, какие у нас тараканы? Ты что, то муравьи называются. А ну мне, чтобы ты понимал, тюльку от карася не отличает, поэтому я не удивляюсь. Неправда. Тараканы, черви, бабочки, насекомые. Угу. Муравьи. Или, ребята, подскажите в комментариях. Да, уксусом, нас... если помазать. Ну, уксус выветривается, они потом опять появляются. Раньше был такой карандаш, Машенька. У вас нет случайно от муравьев ничего, никакого карандаша? Дома. Идемте к вам домой. Дома, дома. Да. Дома, в доме. А, дома, 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 дома. Да. У нас так просто хорошо, что каким-то образом к нам муравьи добираются. Давай, оставь ты эти, иди сюда, бегом да тебе. Да, Катюша, ёшкин ты кот. Ты иди сюда, сейчас покажут, а ты не увидишь. Ух, какие астры, боже мой. Полностью?
повністю від них позбавиться, то є ось такий польський бросовський цукор, вони заносять його в муравейник і ага. Вбиває сама самка. Тобто, а, коротше, вони потім не хочуть. А у нас, просто, у нас коти, щоб вони не налізались. Вони не будуть. Коты не будут его лизать? Вы еще не знаете наших котов. Они себе так лижут, что, мне кажется, им что не подбросят, лизать будут. Вот типа как карандашика. Давай, может, в угол сделаем? В какой? Просто ей точно вы от него избавитесь. Но я боюсь. Мы можем сделать ловушечку, крышечку, угу. Наделать дырочек, а внутри сахарок, поняла? Они туда залезут? Потому что так это тут торганил. Ага. Что это? То, да, тараканы, то, что ты думала. А, не, я не думала, просто перепутала словесно. Я различаю. Вот, Катенька, если бы ты думала, моя хорошая, Сереженька, ты давай не ты не будешь из меня дурочку делать, давай. Нет, ты меня очень умная женщина. Давай, давай, иди, женщина. Угу. Брать эту баночку? Бери. Давайте тогда нам эту баночку, пожалуйста. Вы давайте это тут пальчиком, ага. А тут потом, как корпоресой, угу. И все. Коты его точно не будут. Да у нас такие коты. Сегодня птицу поймал дома. Ох, у нас сегодня утро началось, вы не понимаете. Каким образом мы просыпаемся от того, что что-то пищит и какой-то хипиш. Я вообще не понял. Встаю и думал, опять что-то снится, короче. Ёшкин ты кот. Оказывается, каким-то образом, как она к нам попала? Кондиционер не повесили, дырочка вот осталась, птичка залетела. Залетела птичка, короче, и наша ее беня взяла. Смотри, сейчас там твою горбаджику уже купить захотят. Да там еще есть, не переживай. На здоровье. Хотите, я вам принесу, хотите мою возьмите, вон там ее есть, видите, вот там то, что лежит с хорошими скидками, прямо 50. Катя, это что, телевизор можно... Сережа! А, это мышка на эту... Не, я просто думал, может, iPad? Не, нифига. А, просто зашел сюда и поклацал? Замовите сайта прямо здесь. Ты что, и голосовой? Есть акции, скидки. А ну, зайди на акции, скидки, так, что чисто для людей. Все для хопача. Людей. Акцій багато, можна вибрати, які он топові сорта. І понеслась. Ой-ой-ой. Банани надо? А чого ж не надо? Йоки-поки. А зроби приємно, закажи кому-нибудь онлайн, пусть приїде на Новий год. Скажеш от Ліпавана, йошкін ти кот, ти що? Сережа, ми будемо їхати? Да. Як їхати? Іти, ми ж тільки приїхали. Хочеш? Вау. Вам такі в агромаркет. О, порядочек. Ну, Мариночка, готовься, елки-палки. Мне, наверное, надо вот. Что это? Ну, вот пару луковик. Давай. Давай, давай. Я там какие-то сажала Кать, уже? Скидки сумасшедшие, бери все, елки-палки. Ну все, зачем же? Может, кому-то еще надо. Арбузы взяли или молдавский белый? Что я взял? Молдавский. Арбаджика, молдавский, да. Молдавская королева, получается, у меня будет? Нет. Не будет? Ах, елки-палки. Лилия. Не, лилию я не люблю. Она и пахнет. Я бы сказала, даже воняет. Поросли там ебеленькие, они не ароматные. Можно идти в комнате, наверное, хорошие. Это, Катюша, ты приготовила? Да. И вот этого тоже я там угу. На сдаче. Ты скидку свою вела? Сейчас сведу. Вводи. Катюня, снимай быстрее, Марат уже заждался. У него же огорода нет, агромаркет. Чисто низкий поклон, что вы есть, благодарю. Идем здесь недалеко, сразу и бруснику купим. Я пиво пить любить и нюхать буду я. Это пиво точно не забуду ведь. Оно вкуснее, чем обычная вода, ведь приготовила его дрофа, дрофа. Не, братик, все работает, все нормально, порядочек. Он же функционирует, да, мы сейчас дальше поедем что-то там разогревать. Никак не дойду, у меня там мама живет на Ильфе. Так бери маму и дай бог ей здоровья, и приходи в гости. А, вот так вот? Сейчас потеплее зайдем. Все, ждем любое время, давай. Гай, гусь, счастливенько. Оп, тримайте. Ох, яйца по 65 хорошие. Колбаска. Катюня. Ох, а тут по-новогоднему. Ёлки-палки. Слышишь, надо было уже с собой на карман кинуть бутылочку пива. Ты посмотри. Судак вяленый.
Где Маратик пошел? Да куда ты уже пошел? А, здесь ты? А, вот так, ёшкин ты кот. Смотри. После... А, вот. Брусника перед нами. Марат прямо встал напротив нее и говорит, не вижу. Ну, конечно, на развес. А что, ты хочешь целый тазик? Зачем нам целый тазик? А дайте мне немножко, пожалуйста. Сколько? 100 грамм? Любезны. Да. Сколько? Грамм 100. Нет, да подождите. Полкилограмма. Полкилограмма, потому что я им морс сварю, будут пить, меня еще долго помнить. Ребята, это же полезно. Тем более сейчас, в наше время, когда сопли нет-нет, да ждут тебя за углом. Кать, посмотри. Так это настоящее. Наедь, не стесняйся. Ты как это, ёшкин кот, привозная. Я не стесняюсь. Ты что, королевский? А это навоз. У тебя рука так и тянется. Шпинат это называется. На. Пузики, животики. Ни в чем себе не отказывай. На 70, да? Вот так я... Замечательно. Видите, как я хорошо умею торговать? Ох и рыба, что за красивое страшилище? Дубатка, наверное. Да ты что? А выглядит как осетрина. Посмотри, Катя, шипованная. Кто это, Марат? Зимняя. Это зубатка. А да не рассказывайте сказки, да? Это же не зубатка. Вот это нет. Я думаю, что это осетр бычка поймал и аккуратненько натянул его, елки-палки. А потом вот такое получилось. Катя, наедь телефоном. А Марат если мне встал не, здесь как гора и не пропускает зумом, меня. Если ты умеешь пользоваться зумом, так я тебя научу вот так вот. Посмотри, ребята, напишите в комментариях, что это за чудо-рыба такая. Идем, я знаю сдачу, куда присунуть. На Подожди. Удачу. А ты пиво взял? Пиво в машине. Мы сейчас туда вернемся, это оставим и дальше пойдем. Я вот, ребята, на удачу за вас всех. Тетя Соня, по-любому. Где, ты поздоровался? Да. Ой, она сегодня нарядная, елки-палки. Ты что, карман потереть надо, а? Да грудь надо носик. Тереть. Носик. Да грудь. Цицки, цицки. А, и попу? И попу, Марат, да. Три ее сзади, елки-палки. Тебе шо? Еще рассказывать надо. Опача, уехала. Цицки три. Давай, тетя Сонечка, все для вас. И цицки, и ручку, и бычков, и котика. Слушай, тетя Соня, ай, звезда. Что? Давайте возьмем Матиаса немножко. Серьезно? Да. Давайте. Слышишь, она, это Матье называется, посмотри, какая красивая. Это она? Это же Матиас, да? Матье, только это по-одесски именно сказано так. Чисто. Давай штучки четыре, да? По-французски. Потому что каждый одессит в душе француз. Пять. Кать, бери сколько надо. Все равно я сдачу уже тете Соне отдал. А что, мы салат приготовим, картошечку отварим, и будет нам счастье. Серьезно? Ну давай. Я, ребят, я за любой хипиш, елки-палки. Ты штучек? Что? Да, да, я еще тот нормальный парень. Штучек пять, правильно? Шесть? Семь, восемь, сколько? Да не, ну пять, наверное, хватит. Давай. Чтоб сели, поели тебе, и тебе, мне, маме, я так и посчитала, Марату, и одна на и всех Свете. По кусочку. Так как я посчитала, там нет одной по кусочку. Маме мы не будем сегодня завозить. Чего это? Тебе не стыдно? Вот так нет. Вот мама посмотрит тебе в глаза и скажет, а где моя Матье? Дайте нам пять штучек, пожалуйста. Давайте, пожалуйста. А то он тут пока... Ой, меня прям... А я этот... как это... Шо? Я для мамы больше сын, чем ты для него дочка. Сережа, не переусердствуй. Переигрываешь. Не верю, не верю. Как говорил кто? Кто-то. Склифосовский. Ага. 175. О, шикарно. Килограмм. Так, сюда, на бруснику ее сейчас. Как засунем. О, сразу очередь образовалась. Дай бог, чтобы не заканчивалась. Все, о. Чтобы до обеда все продали и домой. Ну ты можешь идти, я сдачу дождусь, я аж. Нет, я сама заберу сегодня. Знаешь, какое терпение, ты еще себе не знаешь. Ты что, аж вспотел ждать. И там что-то красивое. Вот, спасибо. На базаре шум и гам ведутся разговорчики. Ребята, на удачу, идем к тете Соне, я знаю, куда всунуть. Нет, уже лишнее, Сергей. Кто-то жухнул чемодан, но в нем лимончики. Ой, лимончики, вы мои лимончики, не растете вы в моем саду. Ох, лимончики, вы мои лимончики. Ого, прямо рай красной рыбы. Ёшкин кот. Фу. Вот это прелесть. Я думаю, что в Норвегии так некрасиво, как у нас на привозе.
Щука, глосик свеженький. А да, если ты что, карп? Мы с тобой кроме ухи ничего не делали. Там он очень... Марат, ты еще тогда с Израиля не приехал, когда я с судака здесь уже весь YouTube победил. Да? Нет, там есть на канале, там можем шмалять, была бы рыба, елки-палки. О, вот это файно. Здрасте. И что, почем ваши раки сегодня? Здрасте, здрасте. Мама дорогая, все живые, ёшкин кот, скажите, они вашу рыбу не кусают, не? Ну, иногда подщипывают. Ты что? У-ху! Смотрите, какие живчики красивые, боже мой. Вкусные. И почем этот хозяин рок-н-ролла? Вот это. Сегодня? Я так не для себя, для людей интересуюсь. Если на килограмм, такой 1600 килограмм. Понял, вас услышал. Ты что? А вот такие маленькие, небольшие, 1100, по 1000 за килограмм. Да ты что, ребята, я вам место вскрыл, где пиво хорошее, теперь еще вскрыл место, где раки замечательные. Ого! Ты что, ты что, ты что? Это мега какие-то. Катя, посмотри на эти клешни, ёшкин кот. Да, один рак доходит до 170 грамм. Он не доходит до, а доводит до оргазма по-любому. Ага. Да вы шо? 160. Короче, три рака полкило на секундочку. Вот это да. Марат, и вилки, агрегаты в Одессу заползли. Все, вам крепкого здоровья, чтобы все у вас продалось. Чтобы всегда живые были. Спасибо. Ну что, теперь-то варим? Дальше? Давай, пошли. Ой, Марат, Марат. Идем, а он расслабился без Милани, слышите? Поздороваемся, елки-палки. Ага. Здрасте, вам таки здрасте. Здравствуйте. Шо, вы как всегда на старом месте, и у вас конечно, тоже полный порядок. Как ты шо? Здравствуйте. Цены спрашивать не буду, потому что знаю, что у вас дешевле, елки-палки. Обалдеть, свежак. Да ты шо, ой-ой-ой. Шикардос. И как всегда, зелень подарок. И как всегда, зелень подарок. Вам там расскажут, как их готовить, и будет вам счастье. Ой. Да ты шо, все, я не могу, Кать. Садись за руль. Надо что-то пора, да? Что-то уже пора делать? Пора. А у нас сегодня выпуск такой необыкновенный. Пиво мы с утра уже взяли. Эх, день хорошо начался. Раки, шмаки, селедочка есть. Короче, счастье такое, что... Я тебе не просто сказал, что ты за руль сядешь. Наверное, я не выдержу. Когда? Прям сейчас? Сдача есть. Марат, еще и на крепенькое осталось. Светочка, все, целую вас и ваши раки. Спасибо, хорошего будьте дня. Будьте здоровенькие. Пока-пока. Там, кому надо, я вам телефон Светочки оставлю. Раки, правильно? Вы же их на велосипед садитесь и везете куда вам угодно. Конечно. Правильно, все. Ножки-ножки, Марат. Спасибо взаимно. Родненький, так тебе такой же комплимент сделали. Ножки-ножки, ой. К счастью, две дорожки. Бежали по дорожке. Да ты шо? Это что? Скумбрия. Вот так, селедка полосатая, скумбрия называется. Эй, Николаевна? Догоняй. Такая блестящая, прям полный рот слюней. Марат, не, в ту сторону. Ты ж такой дури хватает. Мадам, проходите. А то ж можешь и дверь согнуть. Потом же надо будет чинить. Так нас тогда баба Катя не дождется с этой бутылкой пива. А еще Сереге конфеты не забыть передать. Шо? Нам майонез нужен. Может, сразу здесь возьмем? Он стоит. Берите, конечно. Ну, бери стоячий. Какой ты хочешь? Европейский на 72%? Не сильно жирный. Ну, тогда и 67%. Давай. Королевский еврейский, да. А у нас есть майонез, или ты там выкинул боба его? Салата майонез. Боба салата, пусть еще паночки будет. Ребята, прозрачные. Чтобы у вас майонез не заканчивается. Сейчас Новый год, не за грамм майонеза не хватит, сколько бы ты его не взял. Точно не испортишь. Берите 72, конечно. Это классика, Марат. Да. А давай мы возьмем, нет, давайте возьмем классический одесский майонез. Вкуснее же не бывает. Все, давайте одесский. А его мало будет. Блин, так можно взять 4 баночки. Бери королевский, не выпендривайся. Все, королевский давайте. Дайте вкусный. 500 гривен. 500 грамм? 500. 500. Вот, да. Послушай человека, который торгует майонезом. Да. Я ж послушный. Слышь, а где бабки? Я что, все тетю Соню отдал? Да шучу, я шучу. Сколько вы сказали? 58. Вот так вот, вам 70, и будет нам счастье. Все, до свиданечка, спасибо огромное. Кто-то жухнул чемодан, ну а в нем лимончики. Ой, лимон. Сейчас я всех выпущу, потом... Освобожу себе руку. Ох, а там как мавзолей. Правильно, все, спасибо. Кидай. Куда? Сюда. Давай сюда, в семена. Катя, где?
Иду. Там он снимает неугомонное. Пошли уже, успокойся. Мараджан, Катюша, ну стой, слышишь? Давай с тобой легендарный момент проиграем. Те, кто не видел, ты иди оттуда быстренько, а я отсюда, короче, понял? Ой-ой. Ребенок лежит в нормальном месте, в колясочке. Короче, вот так вот и было. Я иду, а она... Ага, я вот так вот иду, что-то мы там снимаем, поворачиваюсь, в это время проходит Марат, и мне говорит, Липован. Только мы были в летней одежде, он был в соломенной шляпе. И я худенькая в шортиках такая. Соломенная шляпа, в кармане финский нож. Вот так мы быстренько познакомились, он пошел дальше, я его пригласил на уху, потому что мы пришли покупать рыбу, и разошлись. Все, дальше продолжаем момент, расходимся, валишь. Встречаемся в Архимусе вечером. Скоро-скоро. Ой, простите. Когда я жил в Одессе, носил я брюки клёш, соломенную шляпу, в кармане финский нож. Соломенную шляпу, в кармане финский нож. Одесса, Одесса. Да, и салат, и картошка. Родная сторона, сгубила ты мальчишку, сгубила навсегда. Оп, аккуратненько. У нас картошка дома есть, Сереж? Ну, немножко. Ну, нам хватит? Если ты уже хочешь, давай уже сделаем и эту картошку, вот такую, что я хотел, крупную взять. Марат, ты хочешь, чтобы мы сегодня сняли столько, чтобы до Нового года вообще не снимали? Мы бы все мы же никуда не опаздываем, Марат. Мы вообще никуда не торопимся, елки-палки. Понятно, вы никогда никуда не торопитесь. Правда, куда торопиться сейчас? А вы торопитесь сегодня? Загулять. А ты потом платите. Нет, я не тороплюсь. Нет, так и мы не торопим. У нас главное, что Миланя под присмотром. Ты же не понимаешь одного. Миланя-то со Светой. Мы ж кайфуем, Марат. Все. Мы с чего все время торопимся, потому что ей надо то попу мыть, то кормить ее, то что-то еще. Да ладно, не жалуйся уже ты. Я не жалуюсь, я говорю, что это как, ну, жизненно, понял? Это как раньше, в молодости, Марат. Ага, беззаботная жизнь. Что нам? Возьмем... 3-4 картошки такие большие, самые крупные. Хорошо. Запечем их в твоем гриле. С удовольствием, да. Селедочка, еще одно блюдо покажем. Пипец. Ребята, пока... вообще не напрягайтесь по поводу новогоднего меню. Еще на вот полтора часа будет видео. С позавчера и что? Молоко или сливки чуть-чуть надо есть. Купим, купим. Магазин заскочим. Забьем, надоем, я не знаю, что сделаем. Все будет нормально. Так, все, слышь, давайте. Может, козу заведем? Ага. Так покупать не будем уже. А хотя у меня топор такой нет, она испугается. Эй! Так, что это? Селедка. Смотри, чтобы не протекла. Возле топора полежишь. Так, посмотри наш багажник, там хуже не будет. Брусника. Майонез и Мариночке подарок. Так, Серега, родненький, не пойду. Вот на фотографии посмотришь. Такой обалденный, хочешь заезжай лично руками. 3,5 килограмма. Тяжело. Сейчас буду идти, мы вообще не дойдем. Сейчас начну спрашивать. Так Дима пошел, короче, в мясной корпус. Его люди устали спрашивать. Продай, продай, где купил. Ага. Катюня, вот теперь самое сложное. Какое именно? Ну, бабкати. Давай Славика угостим, правильно? Ну, конечно. Вот это вкусное. Так, они все вкусные. Давай вкусно. Это давай, точно. Вот, слушай, Степовое очень вкусное, Пивденне вкусное, легкое. Милк Стаут у нас есть. Вот давай, Бабы Кати, Милк Стаут, да, правильно? Да, давай. Все, и шо Славику дать? А? Не знаю. А ты что вообще без названия? Медный птах, это вкусно ой-ой-ой. Тоже. Бери вот это Пивденне легкое. Давай, все. Это вообще легенькое, такое можно даже на работе пить. А Славику бутылочку? Так я Славику и взял. А. Бабы Кати, Славику и... Эх ты, замуровали, гады. И Сереге конфеты. Все. Марат, у меня... Давай помогу. Выпить пиво? Да возьми уже Сереге пиво, что ты уже в самом деле. Серега пиво не пьет. А, он ножи долбит, ему нельзя. А жена? А жена у него нормальные конфеты будет есть. Не, я не пожадничал, он на самом деле не пьет, ты что, не знала? Он если бы пил, то... Вряд ли было бы столько ножей. Или было бы еще больше. Это все. Ты сейчас к чему? Не, ну по-разному на людей влияет. Понимаешь, ну выпил там, хочется посидеть. А кто-то немножечко выпит там, и вот как Марат. И его сразу именно куда-то в движение тянет. Его что-то творить. Курить, в конце концов, когда ты бросишь. Чего ты не пошел с этой авоськой? Ты бы красиво смотрелся. Что, вернешься, что ли? Да идемте уже. Идите, я догоню. Да.
Марат, а мне кажется, что он специально это время тянет, знаете? Шляпу, он как из дома вышел, говорит, о, говорит, никто в кресле не кряхтит, не мурчит, не пищит. Зубила ты мальчишку, зубила навсегда. Я не знаю, лучше папа, чем Серега. А давай веселее, замерз, что ли, да. Палки? Это точно. Но долго ты там еще играться будешь? Багажник японский, слабенький. Замерз, медленно закрывается. Не-не, шучу. О, вот теперь ты похож на человека. Конфеты тоже у Марата забери. Вовочку? Ну да. Ну давай, кидай, раз ты такой. Маратжан, кидай. А где вот люди веточки уже взяли? Елки вы не видели, продают, Марат? Свежие нет. Свежие? А что, как это, скисли уже с того года? Мух, мех, а, мех. Тоже брусничка. Ох, облепиха какая крупняча. Это клюква, Марат, какая же это брусничка? Клюква. Брусника в баночках. В баночках клюква. Перетертая? В пластмассовых запечатанная брусника. Ну, на ней так написано, по крайней мере. Нету. А Славика тоже нет? А, не, о, ёшкин кот, ты что? Одна радость на сегодня. Салам алейкум. Алейкум, ассалам, мои хорошие. Конечно, а что до этого было? Давай. Ё-моё! Ридненький, ты что ж помолодел? Там пишут люди, кто Славик говорит по профессии, что он так обнимается. Здравствуйте. Пенсионер. На, родненький пенсионер, мы тебе вот это вот немножко счастья принесли. Это все мне с авосечкой или без авосечки? Не, родненький, авосечка мне, это вот тебе вкуснячее такое, ты не понимаешь. Дай бог тебе здоровья. Это не мне, вот тем, которые его варят, это просто не люди. Это на Левитана. Это на Левитана. О, и ты дорогу знаешь. Ты что, шикардос. Так, это Сереге, это баба Кате, чтобы не перепутать. Подожди, я пойду у Славика возьму там кое-что домой. Пошли. Идемте. Так подожди, что кое-что? На салат давай брать, пекинская капуста. Давайте, Марат, чтобы уже потом нигде еще не останавливаться. Давай, затаривайся по полной. Маратик местный, давай. А у меня список. А, так у него еще и список. Чтобы не забыть. Пекинка же есть или закончилась? Есть. Есть, а, о. Здравствуйте. Здрасте. Здоровенькие были. Здрасте, 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 здрасте. Как ваше ничего? Слава Богу, все порядочек. Последнее время регулярно, да. Регулярно, это же хорошо. Ты что? Куда они пошли? У нас все как на привозе. Ёлки-палки. Ой, капуста. Да я хочу потрогать. Это просто песенка. Кушается как мясо, а крутится вообще. Ай-яй-яй. Голубцовая. А если еще постучать по ней, то это вообще. Так она же вообще будет что-то изолента. Аккуратненько, Катюня, ноги тут едут. Тихо-тихо-тихо-тихо, аккуратно. Смотря что желает. Если помидорчик хороший. Не, да у вас тут все есть, можно даже не интересоваться. Подожди, мне нужно вот полкило сладеньких, да, каких-то. Заворачивай. Черри полкило. Вот этих? Ага. Хорошо. Скажи, Вань, это кто? Джинджер это... Джинджер это имбирь. Имбирь. Есть такой. По-израильски. А ты не хочешь туда? Ну вы же знаете. А вы мне можете потверже, которые выбрать? Вот эти давать, я не давал. Вот эти? Которые потверже. Да, полкило, сейчас на выбирают. Что не полкило так вот. Маленький. Бери побольше, чай попьем. Right. Что вы там делаете? Они этот с имбирем справиться не могут. Кому? Туда его. Так, на веса. Взяли, а ну покажите взяли. Мне. Ну, еще штучек 5. Увел Славик Марата. Все. Так, что еще? Смотри, что тебе надо. Мандарины, апельсины. Ну, мандарины, да, бери, конечно. Зеленый микрофон тебе надо? Слушайте, а брокколи почем? Спасибо. О! Братик, спасибо. Ты что? Чтобы вы были здоровы. Я не успел спеть, как уже дали. Катюня, не переживай, у меня, кажется, есть деньги. Да. А? Все да. Есть. Сколько, кажите? Ну, мне за помидорчики... 39. Это туда. Куда? Туда. Подожди, ну ты же уже возьми все, Марат, что-то брал там. А мы сейчас за все будем рассчитывать? Ну, конечно, ты будешь за все рассчитываться. Пекинку ты взял? Да. Все, все считайте. Тогда я отдаю назад, сейчас все считаю. Все. Мало я с кем. Божья роса, Марат.
Марата. Вы как, сейчас... как вас занесло таким ветром? А вот сегодня так случилось. Лимонада или есть? Спасибо за мандарины, не переводятся. Славик, ты что? Дети тебя все время любят. Угу. И говорят, когда ты нас уже покажешь хозяину мандарин в Одессе, елки-палки. Так мало и не зашел ко мне. Не? Да, должен был за мандаринами прийти. Сережа, виноград? Это что-то бесподобное. Братик, кидай две громки вот такого винограда. Это сейчас просто пора. Что-то бесподобное. Вкуснячий? Зимний, насыщенный, ой. Не, вот такие четыре можно кинуть. Такие четыре? Или да. Побольше, да? Да пошукай побольше. Красивые, Иричек, красивые. Они красивые, но они не все большие. Не надо, никак, не... Правильно, Катюша? Не в ничего размере страшного, счастья, правильно? Конечно. Не в размере, а именно во вкусе. Правильно. О. Да, Сереженька, да, все, любимый. Все, я теперь... Теперь да, я спокойно, да, еще раз да. Супер, блин. А то хожу, мне аж неудобно. Не, неудобно. Да не пересчитывай, кидай все, что есть. И эту кидай маленькую. И еще одну маленькую кидай. Еще одну маленькую. Ты что? Вот эта, смотри, красивая пупыр, такая именно. О. Вот это very good. Так, все, я отключаюсь, буду рассчитываться. Давай. Замечательное место. Рассчитался, набрали, еще и деньги остались. Славичек, видненький, давай. Большое тебе спасибо. Тебе огромное. Удачного дня. Будь здорово. Давай. Спасибо большое. Спасибо, помчались. До бабы Кати наконец-то. Редька, картошка. Так ты, а ты взял пару крупных картошек? Не, он уже забыл. Нет, пойдем туда. Пойдем туда, да. Марат, что ты говоришь тебе? Давай что. На, что вот будет? Это вот. Давай. Там немножко. Не, у нас есть еще и рюкзак. Славичек, спасибо, все нормально подались, да. Все. Спасибо. Спасибо. Вот тебе держи виноград. Потом что-то куда-то засунем. О, капает и на меня. Что, мы берем картошку и едем? Тогда я хоть до бабы Кати зайдем. Надо печенку взять. Я хочу зайти обязательно на сало. Ну, давно уже людям не показывал, елки-палки. Она все время спрашивает. Здрасте, блин, вот для чего тот топор мне надо. Вот у меня топор появился, ты не понимаешь, как раз для этого толстолоба. Хлобысь его и все. Что, гильотиной? Сколько этот кабанчик, а свежий какой. Шикарно. А сколько килограмм, пятнашка есть? Больше. 18. Офигеть. Фу! Ты что, что там баба Катя где? А, как обычно. Что, Алена он торгует, чистит? Баба Катя чистит, да. Та тихо, не кричите. Ой! Здрасте, здрасте, ребята, всем крепкого здоровья. Она уже здесь ругалась. А что ругаться? Я же вам звоню по телефону регулярно, елки-палки. Ты что? А поцеловаться сейчас? Я ж... Все, я же не просто так, смотрите, я вам под рыбку пиво вкусное принес. Я обещал, я таки, вы не понимаете, что это за счастье. Так, не раздевайтесь, я вас умоляю. Так, ничего, внутри оно чистое. Это вам от это всего... на мой вкус темное, вы любите темное? Вы еще не пробовали, это именно на молоке сделанное. Ой, на молоке алкоголь, вот еле-еле душа в теле, чуть-чуть. Вот под праздничек бахните, я думаю, даже сегодня по полбокальчика будет вам счастье. Очень вкуснячая, это от всего Херсона и Херсонской области, и даже Одесскую включая, все для вас. Что за голова? Чем вы их кормите там на 18? Этот на сколько был? 17? Ёшкин кот. 5 килограмм голова. Марат, у тебя есть рецепт фаршированная голова? По-любому должен быть. Если у тебя анима, то есть у меня в Липованской книге. Катя, иди сюда, карася на удачу потрогать. Привет, бусинка. Смотри, какой красивый. Ой, зимний. А что за спина, ты бачишь? Да ну не возякайся в этой Катя. Рыбе, ну елки-палки. Ну мой, пришел же чистый, как человек. А как ты тебе есть? Ну, а вам свинья не поваляет. Вот, так и Липован в карасе не извозякается. Ой, Сережа, шок ты был. Не будет. Лобанчик. Слушай, это ж крем для рук, оно же лучше, чем Невея, елки-палки. Вот такого кусочка зафаршировать. Тоже пузатенького? На, вот тебе дают тряпочку. Посмотри, да баба Кате не надо, оно же у меня впитывается. Все, смотри, Катюня. Не, посмотри, ну можно вынести, что такое а? Свежесть. Я просто хочу тебе показать, как выглядит свежий судак. Посмотри на эти глаза. Ты что, у Анджелины Джоли губы так не блестят, как у нашего судака. Ох ты что, шедевр. Плохо, что вторая рука занята, я бы его обнял бы сейчас. Шикардос. Тот еще больше. Там вообще свежий. Вилковский по 200 гривен. Это же почти бесплатно.
Давайте еще раз. Да ты что? Ага. Саша там сидит опять, ничего не делает. Смотри, что он там нюхает? Это гель для подмышек. Саша, бери две штуки. Бери, бери два, пригодится. На Новый год теще подарок сделаешь. Сам его величество ли плану? А я тебе умоляю, успокойся, у меня же нет такого шампуня, как у тебя. Зато мы в тельняшках. Да. Давай, родненький, у тебя рука длинная, дотянемся. С наступающим. Моя на базе. Как у тебя, там 4-3 полоски. А ты что, одну на другую одел? О, я еще так не умею. Обалдеть. Ты что? А ты умудрись. В следующий раз так и приду. Нет, это тепло. Я согласен. Я согласен. Я там встаю в 4 утра, а ты еще жену целуешь в 7 утра. Родненький, он храпит в 7 родненький. Утра, о чем а вы говорите? Успокойся, не пали контору, я в 4 еще не ложусь. Я жду, пока ты выйдешь, как это, у нас же внегласный график. Я лег, ты встал и понеслась, короче. И в Одессу, Одесса всегда в дозоре. Как ты его терпишь, я тебя... Люблю! А, ты, что... Любит и терпит. Ну, конечно. А чтоб ты понимал, благодаря вот этой кепке. А ну дай мне кепку. А руки чистые? Хотя я помою, держи, твои руки. А ну прикинь, ты что? Нет, серый. А, та известный человек в Одессе, елки-палки. Я, кстати, хотел что-то такое. У Алиночки? Родненький, у нее. Я знаю, у тебя девочка там шьет. Да такая человек замечательный, что аж люблю ее, елки-палки, да. Я тебе позвоню. Мы договоримся. У нее только 11 восьмиклинок видов. А и помимо этого еще я такие шляпы есть. Именно чисто нашу, потому что... Гоцманку? Летит с Израиля, представляешь. Ага. Давно в Одессе. Так считай, что мы его так удивим, что вряд ли он уже отсюда уедет. Ты не представляешь, сколько я в Израиль отправил таких... Кашкетов. Очень много, все там довольны. Хотя там сезон короткий для этого, но все равно носят. Рубашку и кашкет я на привозе взял за полцены. Когда приходится с Лос-Анджелеса, человек говорит, я смотрю вас в Ютубе, вы хорошо там Сан Саныч. А где же найти Липована? Я говорю, хорошо, сейчас я тебе расскажу. Рассказываю, он приходит на следующий день. Были у Липована. Ну, караси, конечно, это что-то с чем-то. Говорит, в Лос-Анджелесе такой рыбы нет. Поэтому сюда они и едут. Ребята, ехайте, чтобы вы никогда не останавливались. Карася хватит на всех. Нет, Шо? Серый. Да. Удачи. Крепкого здоровья. Ребята, Бабкатя. Все, целую вашу, дайте я потрогаю ручку. Увидимся. Да, обязательно. Аленочка. А мы ее оставили, она спит так сладенько, что мы не стали ее брать, она со Светочкой там в надежном месте, так что мы сейчас быстренько сделаем базар, сейчас зайдем, сало поцелуем, до Сереги зайдем, конфеты с Луцка передали. Короче, я сегодня как Дед Мороз, всех угощаю и раздаю. Все, ребята, крепкого здоровья, до скорых встреч, погнали. Эх ты, Катюня. Что? Да что ж ты куришь регулярно, ешки. Елки-палки, ты что? С Новым годом! Настоящие снегурочки! Что у вас за шикардос? Ёшкин кот! О, это что-то новое, слышишь? Катя, ну включи вспышку, пусть люди отчасти ослепнут. О, обалдеть! Просто масляный тунец, форель, масло. Да у нас все красиво. Ты что? Расскажите, почем сегодня икра? Ой, корка у нас кета 800, 100 грамм, ну и корка, видите, какая? Ни туда, ни сюда, чистый холодец, елки-палки, сплошной коллаген, да. Да, да, да. Горбушка тоже такая же, 750, нерочка 700, паралька 500, щучка 400. Короче, все для людей, так что ребята всем на привоз, да. Спасибо, хорошего дня. До свиданечка, помчались. Ты хотел себе там огурец? Для салата. А, для салата? Давай возьмем. Кто? Огурец ему надо освежить свой. Соленый? Да, любой. Здрасте, приятного аппетита. Так у тебя же есть огурцы дома. Сколько? Ну, в этой коробке. Девушка, который час? Так я вам скажу, у меня часы. Подождите, стойте. Без 10 как час уже. Спасибо. Нормально? Слава богу. Вот, мадам, интересная. Крепкого здоровья. Что? 4 огурчика дайте нам. Тогда будешь разных по 4 ты хочешь взять. Хоть бы попробовали. Все одинаковые? Все, я понял. А я смотрю по вырышкам. Я Катя брал здесь, я знаю. Делайте доброе дело, давайте пятый киньте, а то ну его в бане. Селедок 5, огурца 4. Что вы творите? Даю, у меня есть. Ох, сегодня меня размотало, ты понимаешь? Так ты накольдовал там? Ну где-то я сдача пооставалась. И я ее с пользой дела провожу. Все, теперь... Все, спасибо огромное, до свиданечка. Я вам правильно дал? И вы не ошиблись. Все, шикардос.
Ой, Катюша, ой, Катюша. Ты посмотри, как красиво. Блестит. Здравствуйте. Что, вы что-то покупаете? Хочу прицениться. А что прицениваться? Берете, пробуйте, оно вам само подсказывает, что вам делать надо. Ты посмотри, как девочки постарались. Да, нарезали огурцы, даже нож марать не надо. Что? Что, во? Дайте нам буквально вот такую горсть морковки корейской, да. Да вот что такое горсть? Возьмите, дети любят, только не острую. Вот всовывай, сколько ручки загребут. О, молодец, все. Вот Марат. Это я прямо сейчас придумал салат. Да? Еще один? А я говорил. Нет, тот же. 100 гривен давай. Привоз, здесь можно пообщаться. Ладно, давай я уже дам. О том, о сём, в натуре подешевле сторговаться. Узнать новый рецепт и шо почем. Это вот про привоз. Вот я вам опять еще раз даю. Все. Бабах-трах-бах, ченч сделан. Бабки не заканчиваются, слава богу. Немного, но таки есть. Все, Катюша, аккуратно, ходи задом, потому что люди ходят передом, аккуратно. Идемте теперь возьмем 4 штучки картошки, там 5. Идем. Ой, а я хотела авокадо. Ну хотела, возьми, так что ж теперь? Здесь сейчас будет тоже. И авокадо вот там на углу и вот там на углу. Найдем. Веди нас на картошку, давай. Как-то по привозу с оператором гулял. Вижу на прилавке, картошка там лежал. Картошку я шикарную в Архимус возьму. Ее я там порежу, ее и порежу. Здрасте, вот это размер, обалдеть. Вот Мурат, вот ты такой? Ну, не важно, какую найдете, на запечь. Ну, так самые крупные, штук 5-6. Все, домовилась. Ёлки-палки, вот это размер. А в Турции вся такая, да? Здоровая, мытая, чистая, они ее чипс называют. Ну, такую раз врезал и нормально. Нет, такой. В Израиле тоже такая крупная есть. Здоровая, да? На вкус не то. Не то. Ну, я не говорю, что... Акселераты. Что? Картофелины. А, я думал, ты про нас. 45. Я не знаю, что это за слово, но такое. Приятно, неприятно. Нет, Сереженька, я не про вас, мой хороший. Возьмите 50. Все, сдачи не надо, пусть вам будет счастье. Погнали. Валим дальше. Тут к Сереге недалеко. Нам же конфеты надо завести. Эй, по-любому нет. Марат уже нервничает. Не, я хотел тебе сказать, где авокадо. Где авокадо, говорите. Есть вот там на углу, есть вот там на углу. Идем вот там. Пошли. На углу. Хорошие, да? Ну, то, что я обычно беру у них, да. Сегодня будем готовить новогодний салатик. 2 экземпляра, запечем картошку, селедку купили, пиво есть, будет счастье. Так что, да, заходите на канал и приятного вам аппетита. О, вот тебе авокадо. Ну нет, это, наверное, нет. Нет. Это очень мягкое уже. Ага, не-не, сейчас посмотрим. Так а что тебе с ним делать, с этим авокадо? Сереженька, оно должно быть и не мягкое, и не твердое, понимаешь? Ох, а грибочки какие, смотри. Как... Где, куда смотреть? Там вот, смотри, как красиво их природа уложила. Ёшкин ты кот, вешенки. Вот это шикардос. О, грибочки, Марат. Грибочки не хотите? Марат, Джан, девушка, сними вот это. Грибочки, здрасте. Ты что? Специально для... У нас есть мадам любимая. Да, у меня есть утка. Вот сейчас скажи, когда мы готовим утку с черносливом. Тоже новогодний этот. У меня даже 2 утки есть. Один лучок красненький или у тебя остался дома? Лучок красненький? Откуда ты знаешь? Ну я вчера в холодильнике видела. А если нет, то что ты будешь белый красить? Да возьми, чтобы было. Возьми, если тебе нужно. Так, где Серега, замуровали? Хочешь? Я предлагаю, ну будем идти еще, возьмем лучок, не забудем обязательно. Возьмем. Катюня, мы же тебя ждем. Так вы бы шли. Профессиональный оператор, что тут делаешь? Это у него. Марат, вы помните про моего авокадо, да? Можем на обратном пути. Вот по той стороне, да. Хорошо. Хорошо. Вот туда и пойдем. Идемте к Сереге. Серега здесь?
Или там? Ну давай проверим отсюда. У него же точек много. Ножи есть, топоры есть. А Серега нет. Здрасте. И где он делся? Убежал? Сережа на той точке. На той точке? Все. Тогда погнали туда. Сыграл у человека. Раз и закрыто. Идем. Тут главное теперь с ним не разминуться. Зайдем сейчас и на сало. Там же центральный вход. Аккуратно. Один окорочок копченый нужен. Тогда и к Лилечке зайдем обязательно. Да, сегодня сам Бог велел всех посетить. Ты что, костюмы, штаны, юбки, Катюша? Что, Сережа? Мы сегодня не одеваемся, мы сегодня за покушать снимаем. Лифчики сумасшедшие красивые. Тебе нравится? Просто сами глаза возьми туда поворачиваются. Один. Как-то так теплом, теплом отдает. Как вот эта болезнь называется? Насморк? Типа того. О, Серега! Родненький, здорово! Привет! Как дела? Нормально, слава богу, спасибочки огромное. Здравствуйте. О, вот она. Да, это, о, она, хочу, она великолепная. Работает, и я да? себе тоже. Блин, ты что, Надя, ты видел? У вас там телефон не оборвался? Не оборвался телефон? В Инстаграм мы столько писали. Да, мы оставляем. Даже в Израиль хотят. Приходят, сегодня приходили. Я говорю, пишите, вам пришлют. Смотри. Так, для тебя подарок новогодний. Джингл белл, джингл белл, джингл all the way. All my travel sister for away. Слов не знаю, но пою нормально, короче. Это тебе Слуцка передали? Оксаночка Феодосьевна. Да. Ты не понимаешь, что там за конфеты вкусные, ассорти такие, что будет мало. Скажешь, я еще раз попрошу, чтобы выслали. Все, так, это сюда. А я у тебя для Оксаночки куплю вот такую штуку и отправлю ее тоже туда, да, в Луцк. Хорошо. У тебя хоть они есть, да, или закончились? Да. Давай да, неси да, со склада. Не успеваю. А, не успеваешь шлепать? Давай. Нож, нож великолепный. Вот это вот угол. Это просто что-то с чем-то. Мы лук мариновали и на салат вот так вот миллиметром. Волосня просто, а не лук получалось. Ты хочешь виноград пошинковать? А я уже испугался. Хотя он и виноград тоже возьмет. Виноград дом. Вещь универсальная и нож такой, что никогда не стачивается. Маратик, у меня же авоська освободилась, а ну подержи. Сейчас я туда мандарины аккуратненько запердолю. Сверху вот вещь хорошая. И огурчики сейчас туда там этот... Морковочки. Все засунем. Смотри, опа, рассосалось, сова виноград. Ничего ему не будет, он нормальный. Все, слышь. Вот так в руке был вес, а авоську берешь, как будто ничего не весит. Вот хорошая вещь, прозрачная. Катюня, я даже боюсь сюда заходить вовнутрь, потому что там у Сереги, как обычно, ослепительно. Ой. Пчаки коллекция, посмотри, какая. Слушай, а я кайфую от него, ты знаешь, вот он от там... От Пчака? Вот он у тебя там висит на это, я всегда его беру. У меня висит целая куча ножей. Она только Пчаком. Вот да. Только Пчаком, понимаешь? Мне вот он, нравится. Короче, изящный, тот тоненький, просто именно шедевр. Он так хорошо работа. И хлебушек, и сыр. Прям вот я кайфую от этого. А, это универсальный нож. Алексей мне говорит, не трогай, папа ругать будет. Я и ругать. Ну, пару раз сошу. Нет, для меня главное, чтобы ты ухаживала. Вытирала его, потом не бросала. А я что, зачем ты не ухаживала? Посмотри, какой ты у меня ухоженный. Я даже... Ну, подумаешь, перья лезут. Да потому что я в ней готовлю, елки-палки. Мангал, там шмангал, все дела. Ничего, скоро будет у меня другая куртка. А, слышишь, может эту вывернуть? Угу. Правильно? У тебя тоже выворачивается? Нет, у тебя хороший, где ты взял? В Израиле? Это нет, не в Израиле. Это Света меня все время одевает, боится, что я замерзну. Сама простыла и за меня переживает. Ты шо, сотри. А я смотрю, что похоже, короче. Ёшкин кот. Вот это да. А топор какой обалденский. А этот он японский тоже. Это прямо тут магазин мужского счастья. Я, наверное, переведите, какой он больше. Да ты что, мужу огромный привет, елки-палки. А что, разведется? И пусть с вами не разводится. Вот, скажите ему. Ага. Андрей зовут? Андрей. Это фотография, это фотография. Так, сейчас, две секундочки. Не-не-не, вот так вот меняем эту ерунду. Все, а ну-ка.
Не разводитесь. Оператор снимаешь? Да. Снимай, моя хорошая. Андрей, ты что, вы такое счастье имеете, елки-палки? Не отпускайте никуда, жена же вам надо по-любому. Скажите, что можно включать это и на ночь. Просто липована? Забудьте дорогу в кухню. Наварил макаронов, а потом включай. Смотрите нас в коридоре, елки-палки, и Марат там все здесь, да. Все, кушать надо, ну как это? Ну если на ночь, то стоите в коридоре, ну и в баню этот холодильник, блин. Хотела снять Катюню, но знаю. Катюня, вон она стоит собственной персоной. Кому интересно, идите на привоз и встретите ее по-любому. Все, крепкого здоровья и таки приятного аппетита. Это я, Андрей. И замечательного настроения. Это таки она, это таки она. Ага. Все, здоровья вам. Спасибо огромное. Все. Взаимно. Серега там что-то точит уже. И что у тебя за собака такая? А? Это я проверяю какого-то песика. Он будет тямкать. Ты что? Королевский. Обалдеть. Я поставлю батарейки и проверю. Да. Ты бачь, какие ножи с какими ручками. Ёшкин кот. Это вообще неубиваемое. Это из кожи наборная вот так вот слоями. Это вообще просто... Бомба-бимба, а это что такое? В горы можно идти. По-любому вернешься. О, ничего себе! Боец такой тоже. А, вот этот вот? А, еще тупенький, но у него все впереди. Катя, это хватит собак показывать. Это ж, блин, посмотри, что за нож. Работает? Гавкает? Еще и скулит? А, нет, то Серега на точилке скулит. Эх, хороший, корона болтается. И хвостик есть. Так он еще и бегает, да? Не отпускай его, чтобы не... Чтоб не покусал там никого. Будет здесь по стенду бегать и ножи охранять. О, замечательно. Ёлки-палки, а это что? Катя, посмотри. Охотник. Слышишь, если бы у Шварценеггера был такой нож, он бы того хищника еще в первой серии победил. Шикардос. Ёлки-палки, Катя, иди с ними сюда. Видишь, какая фасочка? Фасочку делаю такую, видишь, вот эту вот фаска. Фаска? Фаска это срез вот ножа. Вот заточка, да. Вот да, эта да, заточка, да, да. Фаска, она позволяет, ну, то есть хороший металл позволяет именно... Делать, чтобы его не перекалило, да, ничего. Не перекалить, просто и шедевр. И держал острие, и поэтому ты шо? Задает такой вот мягкий срез. А ну-ка, шлепни. Одеть. Мараджан, а ну, слышишь, Серегу опять дернули, опять работает, короче. Где? Вот это вот она. Ёшкин ты кот. Смотри. Я могу здесь у него тестером работать. Да ты уже поработал. Посмотри, что она делает. Так это еще не самый тонкий слой. Ё-моё, а ну-ка. Сереж. Катя. Смотри, вот это. А ну-ка. Все, Оксаночка. Вам отправляю. Ты что, у меня рук не хватает, надо еще одна, по-любому. Так Марат же хотел еще одну. И это тоже шмаляет. Сереж, угомонись уже, поехали. Посмотри, как красиво. Кать, посмотри на этот срез. Бачишь? Ты что? А мы уже купили, а могли бы сами сделать морковку. А? Катюша, не надо тебе ресницы такие хорошие. Эх, ладно. Все, это берем, ты сетерку взял. Давай рассчитываемся и погнали быстренько, уже салом пахнет. Еще одну, пожалуйста. Еще одну, да, выбирай. Так. Я сразу взял. Это быстренько сейчас нож сюда в отрицательное положение завести. Все, и безопасно. А ты большой молодец. Да, Серый, проверяю вот это. Все, та very good, что ее проверять, елки-палки. Что, бывает, что не режет или что? Ну режет, но бывает. Ребята, Катюня. Все. Видно на свет? А ну, Марат, дай трещины посмотри. Да не тебе, отойди, она же снимает для всего миру. Ой-ой-ой. Так, все, рассчитались, все. Убежали. Да. Роденький, говори, сколько грошей вы убежали. Это... Да, ты перестань. Это будет, доска вам домой. А ты что, знал, что нам надо? Это ручная, да, это ручная доска, ручная работа, доска наборная. Все, смотри. И дайте пакетик, ребят. 100 гривен. Да я там больше. Там ясень, вареный дуб. Вареный дуб? Обалдеть. Дуб. Ты что? Ясень, бук. Ну, то есть такая вот это красиво, мне вот это нравится. Катя, а это же больше. Они одинаковые. Как одинаковые? Ну один в один. Да нет, у меня с глазом все нормально. Делает, давай хочет. Две возьмем, бабки кухня, есть. Кухня, зачем нам две, Сережа? Угомонись. Все, нам одна надо, кухня, да? Это его обитель, пусть потом делает, что хочется? Считает. Это не деньги, это просто так, понял? Все, спасибо огромное, Серега, ты большой молодец. Слышишь, а правду говорят на привозе, что ты не пьешь? Да. Вот я поэтому ему пиво и не взял, да, кушай конфеты, и будет тебе счастье. Все. Ага. Спасибо большое. Крепкого здоровья. Пока-пока. Открывай рюкзак, я буду всовывать.
А там уже в маленькое отделение. Сейчас я тоже этот ножик спрячу вот так вот. Все. Ох, песня. Да не, у тебя такой рюкзак, что не треснет. Сюда и влезет, и вылезет. Я вчера уже сходил за песком. И что? Покрутила родненького. 25 килограмм с кормом. Немножко крутанула спину. А я же тебе сказал. Влезла, понимаешь? Я же тебе сказал, у тебя же есть тачка-тележка. Хотя я сам не пользуюсь, Марат. Потом на пенсии попользуемся. Но так. Потом уже не надо, не пригодится. Да, мне, а то я думаю, что у меня... Мне надо ее поменять. Я когда иду, она мне колесами по ногам бьет. Или я не умею ей ходить. А ты не думаешь, что у тебя обувь большого размера? Нет. Или ноги короткие. Нет, сегодня мы сделали комплимент, не переживай. А, ножки, ножки, красивые ножки. Пошли. Смотри, у маленькой почти фури, как у Липована. Ой. Сереж, ты время видел? Нет, а я же счастливый. Сколько там, я и не разбираюсь. Ой. Слышишь, идешь через молоко, а пахнет именно сало, что у Танюхи с привоза, ой, с прилавка свисало. Идем, вон она уже в телогрейке, в тюбетейке. Здрасте, что, массаж делаете? О, кто крайний? Можно я? Класс, супер! Блин, чтобы у вас никогда ничего не болело, а с такими ручками золотыми вообще никогда не будет. Спасибо огромное, елки-палки. Сейчас, 2 секунды. У меня просто были конфеты, я их раздал. А что ты не здоров? Я сладкая бабушка. А что вы были еще слаже? Возьмите вот так вот, все, на здоровье. Зимой это полезно. Все, целуем. Пока-пока. Вот ты ручки какие нежные, а? О! Такие хорошенькие они. Великолепные. Я же с бабушкой вырос, я же не могу по-другому. Здравствуйте, здравствуйте, здрасте. Наконец-то, да? Здравствуйте. Блин, моя ты хорошая. Спасибо огромное. А я и забыл. Поцеловали. Танечка, здорово. Сколько лет, сколько зим. Катюня, включи вспышку. Ребята, смотрите это сидя, потому что стоя вряд ли кто выдержит. Катя, а это как блестит. Ты что? Танечка, оно у тебя не переводится. Сделай доброе дело. Хотя бы на полшишечки расскажи людям рецепт одного любого. Как вы из этого делаете шедевр? Ой, все, вот больше ничего не говори. Сказала, ой, хватит. Вот знаешь, что мне надо будет? Мне надо будет что-то вот такое красивое, я хочу из него сделать бекон. Ты ж уже брал его. Да, такое красивое я не взял. Да ты ж брал. Вот, в маринаде. Это в маринаде? Пусть будет в маринаде. Кусочек. Мне надо, чтобы было больше прослоек мяса. Во, вот такой вот хватит. Да, да, да. Все, я из него сделаю бекон и вот то, что я давно хотел. Спасибо, спасибо огромное, и с прошедшими, а состоящими. А что это ребрышки или что? Это вот так вот аккуратненько вырезали ребра, не трогая мясо. А-а-а. Вот тебе, а. Я только что выключила, чтобы тебя не ослепить. Катя, ты оставь покой, что ты вот, а спустись пониже, вот сейчас вот медленно проведи. Ребята, смотри, все, это запрещенный прием, такое нельзя снимать. Убери руки от меня, Сережа. Разрешают. Я хочу, чтобы ты вела потихонечку, уже очередь собралась. Ребята, покупайте, все вам будет нормально. Здрасте, здрасте. Да ты что, как раз именно сам процесс идет. Танечка, Марат, ты сказал, что тебе надо? Ребята. Марат сказал, что вы хотите попробовать солонинку классную. Да ты что, классную? Ты посмотри, разве это не классно? Катюня. Спасибо. У нее аж заглючил фильмоскоп, или нормально все? Марат, с тобой поделиться? Нет, она соленая обычно. А, соль. Все? Как это? Не ту вещь бубльгума мы назвали. Ох, шедевр какой. Все, Катюня, не делай очередь, снимай быстро, потому что... Танечка, посчитай нас, мы пошли, потому что тебе надо торговать. Блин, я бы тебе дал и от себя презент, но я их уже раздал. Серёй, все, целую тебя, спасибо огромное. Смотри, как она ушами торгует. Танечка, хорошей торговли. Спасибо. Обязательно зайдем теперь еще и неоднократно. Все. Ё-моё, подожди, я сейчас суну сало к винограду. Ну, вы видели? Вот где такое в мире есть? А вообще нигде, потому что привоза нема. Он один-единственный на целом белом свете. Что, вкуснячая? Вот я тоже, блин, лошара взял и сразу проглотил. Смотри, что она делает. Жует его нежно. Сосу, я сосу. Да такое сало можно и сосать. Смотри, он чеснок. Так, все, поехали за корочком. Давай, тут недалеко. Спасибо. Мариночка, здрасте! Да вы так делаете глазки, что мне аж неудобно. Здравствуйте, у вас торговля идет, я вас просто поцелую.
С наступающим Новым годом, у вас что-то упало, я подниму BMW, а потому что должно висеть в гараже. Все. Здравствуйте, Марина. Да, ну что-нибудь нам не надо, так что я вас умоляю. У меня, что-нибудь у меня уже есть, еще и собака, да. Вон, сделайте девочкам приятно. Все, мы еще увидимся таки обязательно. Спасибо большое, Катя, спасибо. До свидания. Здрасте, здрасте, здрасте. А Васька, это именно оригинал. Еще моя бабушка с ней бегала, и я таки продолжаю эту традицию. Здрасте. Вырядился. Ох и сало. Катя, а ну-ка сделай, она пробовать его не будет, потому что она от него молодеет. Посмотри. Да я же хочу себе женщину, она у меня все время в девочках бегает. Чистое здоровье. Согласен. Ох, балдеж. Да ты шо? Возьмите, пожалуйста. Ешь уже. Холестерина ни грамма не, спасибо. Катя. Чистое здоровье, да. Ну, вкусненько. Еще крем домашний, такая прелесть. Вот шо? Ну, дайте хотя бы этот кусочек. Ну, возьмите, смотрите, смотрите. Так, да, все, Марат, ты не понимаешь. Просто очень... Ты мне скажи, тебя бабушка не хлестала, это я вновь. А Воськой? Нет, ну... А вы что, не видите, я вам что он скажу? Не хлестанный? Бабушка меня очень любила, а дедушка тоже очень любил, но пару раз кипятильником доставалось меня, да. А Воська не трогала. Ну, я же шухерной. Это Воська больно бьет. Даю. У нее, оператор, что ты, давай. 170 гривен, давай, бабосы. А хрен домашний у нас с нами, и все нормально, да. Он два хрена стоят, все нормально, сдача мне. Там мы такие домашние, что вы себе не понимаете. Нас регулярно работаем. Что, еврейская не заканчивается? Еврейская сеть пока нет. Блин. Ну вот у тебя. Ой, Серега. А я приду обязательно. Катюня, вот век на лодке не кататься, сюда за еврейской колбасой придем. Иди за базаром. Вот да вы что, как это? Я же сказал, век на лодке не кататься для Липована, это таки важно. Ага. Липован, смотри. Все, целуем Пакедова. Куда идем? О, Лиля зевает. Ай-яй-яй. Илья карачок жует, я еще не понял. Ты посмотри, что за гайгуй происходит. Катя. Ну, выходной активный, сегодня люди просто пришли. Именно хороший, шикарный день, такой базарный, что просто кошмар. Подвигайся чуть-чуть, ты же не одна на базаре. Ну, что-то в пакете лежит, скоро продастся, правильно? Здрасте, здрасте. Что, торгуется нормально? Да. Слава богу. Слышишь, а с этой стороны так вообще шикардос, ты понимаешь? Как будто бы сало зеркальное отражение. Посмотри, сколько его. Ё-моё. Так, сейчас надо готовиться у людей праздники. Посмотри, посмотри, завакумированное. Сразу же, елки. А ну дай телефон, чтобы она уехала. 095-736-58-75. Ты что? А губами такой красивый, вы еще не понимаете, что она что вас ждет счастье. Посмотри, посмотри. Сейчас я вам покажу. Да. Вот, видишь, как ребра аккуратненько с любовью достают, чтобы мясо не тронуть вообще, потому что оно надо людям. Все. Вы большие молодец и замечательный человек. До свидания. Сережа, давай. Да. Здрасте еще раз этим оператором, елки-палки. О, пришли к пустому прилавку. А потому что мы счастливые, елки-палки, не знаю, сколько время. Не, ну самое главное, что есть то, что он хотел. Да, давай. Мы же такой салатик сделаем, да? Ну, чтоб съели его. Один окорочок. Покрупнее такой. Да возьми два поменьше, я тебя умоляю. Два поменьше, давайте, все. Когда у них деньги, я нормально торгуюсь. Давайте два, и будет все хорошо. Слышь, а под пивом, наверное, не надо жмение крылышек? Ну, хотя бы 4 штучки, лучше 5 крылышек. Да. И тут пошла жара. Ёлки-палки. Слышишь, ну если мы сегодня маму не будем селедкой баловать, давай хотя бы колбаской. И колбаски, вот это то, что подлиннее. Вот это вот. А красивючая какая. Я, конечно, у вас пробовал, но еще раз с удовольствием, конечно же, всегда. Ты да шо? Ты уже покушаешь, так а не такими попробуешь. Такими кусками что дают попробовать, елки-палки. Ты хочешь? Нет. Тебе присунуть? Нет. Ну. Себе присунь. Ладно. Ай, Марат. Это какой-то отпад. Вы что, голодные мальчики? А что мы с него готовили? Мы добавляли вместе с мясом. Ладно, блюдо как называлось? Забыл. О, вот так вот и все у нас. Потому что целая куча фантазий. Меньше пива надо в голове. Пить. А пиво здесь ни при чем. Обалдеть. Кому надо, тоже почта едет. Лиля, курочка. Ой. Теперь, если попадутся, то в подарок.
Сколько говорите? Так ты что? Ты туда лезешь, как будто бы у тебя там сегодня, как это? Я же раздал, дай. Смотрите, почти без дачи. Хлобысь. Опача. Это можно брать? У вас там уже очередь. Все, целую ваши ручки. Чао, какао, спасибо. До свидания. Спасибо. Марат, я сдачи намутил, на печенку осталось. Вот балдеж. Где ты обычно печенку берешь? А может, здесь есть крючочки с липучкой? Здрасте, здрасте, ребятушки. Что вы там покупаете? Берите все правильно. А ну, когда все берешь, то дешевле получается. Марат, нам прямо и налево? Да. Давай, Сусанин, веди, потому что... Потому что я за тобой. Ой, красавчик. Или красавица. Пошел, 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 пошел. Мы оператора потеряли. Эй, не отставай. Я уже устала, ребята. Иди давай. Ой. Устала она. Устала, Сережка. Эх ты. Бабушки, 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 старушки. Ух, смотри, бабушки, бабушки, ушки на макушке. Куда Марат пошел? Ух там. Здрасте, братик, здоровенькие были, салют, родненький. Ты ну, идем посмотрим. Что он делает с ребрами? Здрасте, здрасте, здрасте. Здрасте, всех с наступающим. Здрасте. Посмотри. Ой, как красиво. Блин. Катюня. А что это? Вот это набор борщевой. Ёлки ты палки. На ваш казан, да? Блин. Надо было точно мне топор с собой взять. Все, не мешаем. Ты что? Ювелирная работа. Ты видишь, как руками? О, Катюня, мне надо срочно вот такой пенек к такому топорику. Не знаю. Вон Марат. Там и там такое увидели, что... Что ай-яй-яй. Пробегай. Занимай очередь. Здравствуйте. Грамм 800 печеночки. А что ж не килограмм? Сережа, вот... Я никак не могу к твоей натуре привыкнуть. Вот же ёлка, вот же вот человек, хватит. Да? У нас 4 огурца, они как раз вот на 800 грамм печеночки хватит. Ты что, самое свежее, самое вкусное, потому что... Лук дома есть? Обычный? Да. Даже чищенный. Есть. Да, отлично. 886. Ни тебе, ни нам, короче. Да, все нормально. Там же немножко будут отходы как раз. Договорились. Что за рефлекс? А, нет, все нормально. Вот, возьмите. Это вы такую сетку. Авоську? Да ты что, моя любимая, елки-палки. Она сегодня прямо, как это, звезда сегодняшнего выпуска. Ага. Что мы сегодня в ней только не носили? Какая индюшатина. Да ты что? Все самые лучшие курицы всегда только здесь, в этой женщине, беру. Даже не знаю, как зовут вас. 90, Екатерина. Екатерина, во, тетка. Как я. А ну, стань, не жду Катями и загадай желание. Я уже... Давай. Куда вы побежали? А загадывать желание. А знаешь, какое желание? Загадал. Чтобы Манзулов никогда не заканчивалось. Да я шучу. Все, Екатерина, спасибо, спасибо большое. Огромное. Ты что? Я если бы не знал свою Екатерину, я бы к вашему индюку имел бы интерес, елки-палки. Я бы ее в ЗАГС сводил по-любому неоднократно. Ой, только говорить. А куда надо? Нам надо купить пару яблок. А. Тогда нам сюда. Пошли. Спасибо, до свидания. Ты что? Не, авоська шикарная, ты понял? Да собака сегодня тоже везде на видео попала, уже третий раз. Какая? А вон там ходит, пятнистая. А, так и догнали, елки-палки. Ой, спасибо большое. Масло какао, чтобы она никогда не чихала. Спасибо большое. Блин. И нашли же нас, а? Ага. Серега, давай, две руки пустые. Все, пока. Я дам все. Спасибо вам большое. Спасибо огромное, спасибочки. Я сало вот сюда сейчас положу. Да что ты там копошишься? Да сало хочу положить. Виноград не по мне, главное. Не, виноград сбоку, все нормально. Все, нам только пару яблок. Слышишь, а где колбаска? Какая? У Лили мы забрали пакет? А, вот он. Фу, бедный, покрутила, бедный, бедный, я распереживался за мамину колбаску. А у нас на рецепт ничего не будет. Вот, Марат, яблоки такие нормально? А что это за порода? Чемпион. О,
Это сладкие, хрустящие, сочные. Давай я возьму. А авокадо есть хорошие? О, вон возьми себе авокадо, давай. Марат, вы мне там выберете? Сколько? Три штучки. Это и не для рецепта, сразу в рот. О, еще давай детям бананы возьмем, правильно? О, да, хорошо. Ты что? Не, я... Мадам, возьмите... подожди, возьми шо? Позеленее чуть-чуть. Да я взял последние эти зеленые бананы. Ну, ты что думаешь, у меня что, все плохо? Вот Катюня. Как полезешь мне помогать так? Я буду выбирать. Давай. Ну да, ты же не в магазине, выбирай. Что значит я не в магазине? Ну тут можно. Я в магазине всегда выбираю. Да? Хорошо. Не. Мягкие, хорошо. Так. Будь ласка, еще вот эти вот. И что еще? И все. Груши ты уже у бабушки взяла, да. Уже успела. Виноград мы уже взяли. Да. Сейчас пошукаем. Может, я сейчас копейками нагребу без дачи. Хотя там столько, что может я сейчас и всю сумму уработаю. Да, ты что? Шикардос. Все. 10, 20 и 5. Почти без дачи. Дачи давать сегодня? Ну, сегодня немножечко давайте, потому что нам кажется, что-то еще надо купить. Опача. Так, мандарины. Ну, мы уже взяли. Все, благодарю вас огромное. До свидания. Шо, куда? Валим? Валим. Эй, верни авоську, я без нее себя неуверенно чувствую. На тебе яблоки и бананы. Вот, просовывайся. Все, пойдем. Сереж, ну все уже, давай отпусти мои руки. Скажи людям, я забыл себя с утра наручники снять? До встречи с салатом. Короче, друзья, я от всей души, Марат. Убери сигарету, у тебя же дети смотрят. Короче, Марат, друзья. Короче, друзьяки, эти души с хорошим настроением для вас сегодня. Эх ты, где меня сегодня только не было? С хорошими людьми. Ага. И ну мы едем для вас готовить салат. Так что не переключайтесь, продолжайте, смотрите нас, и чтобы никогда не уставали. Правильно? Всем пока-пока. Чао. Хе-хе. Вот тебе хе-хе, вот тебе ага.